Всем привет! Это видеообзор препарата тиопротектин. Его назначают при гепатитах различной онтологии, холециститах, миокардитах, кардиомиопатии, при метаболических нарушениях, ишемической болезни сердца, а также в случае послеоперационных осложнений. Вот так выглядят ампулы. Их 10 штук в упаковке. Препарат отечественный. В инструкции четко обозначена, какая дозировка для котов, какая для собак. Этот препарат применяют внутривенно и внутримышечно. На упаковочке написано, что препарат применяется только для собак и кошек. Будьте здоровы!